Заявление о пожаре на пульт дежурно-диспетчерской службы 37-й пожарной части поступило в 18 часов 26 минут. Звонивший сообщил о возгорании вагончиков недалеко от деревни Кутленко. В связи с тем, что внутри горящего объекта находилось 6 газовых баллонов, возникла угроза взрыва. На место пожара выехали две машины 37-й пожарной части, которые обнаружили, что идет открытое горение строительного вагона, металлического каркаса, кровли и профнастила. Оценив уровень сложности и площадь возгорания, на тушение были привлечены машины 121 и 83 пожарных частей и пожарный расчет автозавода. С огнем боролись чуть более часа. Полная ликвидация пожара произошла в 19 часов 35 минут. Слаженные и четкие действия огнеборцев снова предотвратили угрозу взрыва. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и пострадавших, если не учитывать имущество хозяина пострадавшего объекта. По предварительным расчетам материальный ущерб составил 300 тысяч рублей. При этом все же удалось спасти имущество на сумму 50 тысяч рублей. По факту возгорания ведется расследование.